Всем привет! Посмотрел новый мультфильм Диснея «Рая и последний дракон». Это вот персонаж Рая, и хотелось бы типаж лиц поразбирать именно с этого мультфильма, трех-четырех персонажей, как они лепятся. Опять же, можно лепить с болванки, вот с этой штуки. Но давайте подгрузим опять же ZBrush болванку уже готовую. Итак, вот такая вот болванка будет. И вот с нее начнем делать этого персонажа. Теперь подгрузим какой-нибудь реф. Ну вот, что-то в таком духе. Тут немножко он приплюснует, у нее лицо немного вытянутое. Просто вот скриншот вот этот. Немного приплюснутый, короче. Ну, общие черты будем видеть. Вот губы, нос. Немножко напоминает, конечно, Мауи. Или как ее? Моану, о, пардон. Моану. Итак, есть вот такая вот болваночка. Давайте лепить. Детализацию на середину выставляем. Для тех, кто канал не смотрел, а только попал на этот ролик, повторюсь, что скульптрис Альфа 6 болванки делать одно удовольствие. Итак, включаем граб и посмотрим. Так, еще симметрию надо включить. Окей, окей. И что здесь происходит? Надо вытянуть ей немножко вот эту челюсть. Вот так вот пониже. Теперь подобрать на этой болванке немножко и черепушку, потому что черепушка сильно большая. Так, так, немножко поуплотняемся. Вот таким вот образом. Немножко шею подальше, эту часть шеи чуть-чуть вглубь. Ну, так как-то. И немножко все это дело вниз. Вот таким вот образом. Так, теперь здесь еще немножко подправим. Шею немножко подправим. И немножко еще уменьшим черепушку. Так, теперь черепушку надо здесь еще немножко сплюснуть. Ну, сзади будет видней. Shift, левая кнопка мыши. Управление все то же самое, как и в ZBrush. Так, это тоже приминаем. Ну, пока пойдет. Итак, нос, как и у Муаны, и как ее звали, Мулан, да. Вы видите, что типаж лица, в принципе, у женских персонажей у Диснея, они, ну, похожи, за исключением там форм губ и, ну, мимики там волос, возможно. А так, вот у нее, у этого персонажа, Раи вот этой. Так, глаза китайские, а тип лица европейский. Во, как они тут замутили. Ну, давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Как всегда, сначала намечаем так губы. Наметим глаза. Сначала все рисуем. Глаза потом сделаем побольше. Здесь, значит, у нас складка. Так, здесь у нас внутренняя часть пойдет. Пролепить надо. Ну, в принципе, ничего такого. Выбираем теперь драфт, выбираем клей. Кисточку чуть-чуть побольше. Ну и погнали. Так. Начнем, наверное, со скул. Так, это сильно поставил. На мелкой детализации лучше лепить. То бишь на интенсивности. Так, еще можно поменьше поставить. Вот так вот. Тут чуть-чуть задрано кверху. Теперь наметим скулу. Вот эту. Немного грабом опустим.
Ну, что-то так, как-то где-то. Так, с ушами. Уши надо приподнять. Так вот. Как-то так. Сейчас еще челюсть подправим. Вот эту лобную часть тоже чуть-чуть сплюснуть. Здесь тоже увести. И погнали опять малевать. Сначала добавляем нос. Нос у нее картошкой. Так, здесь мягких частей тоже поднакидаем. Накидываем вот эту часть и вот эту часть тоже. Теперь флаты нам вот это дело нужно уплотнить. Опять же, все здесь под углом надо делать. Нельзя вот водить как-то вот иначе. Ну и вот эти части можно приподнять. Так, есть такое дело. Брови немножко опускаем и немножко выводим вперед. Так, нос, горбинка, в принципе, нормальная, но можно немножко еще увести. Теперь делаем нос более курносый, картошечкой. Вот так вот. Пока идет наметка, щеки сильно большие вот этой части. Мы их сейчас уведем и вот эту часть тоже немножко, наверное, назад. Вот так. Ну, а теперь пошла лепка. Так. Накидываем на эту часть. Так, это дело есть. Намечаем какие-никакие мышцы лица. Так, что у нее тут выходит? Здесь у нее мешок под глазами. Вот так. Теперь ставим резку. Режем вот этот глаз. Ну, пока так вот произвольно. И чтобы глаз более-менее был, ну, как оформлен, давайте драйвом без клея все это дело поднадуем. Вот так как-то. Так, глаза, наверное, немножко нужно тут припустить. А здесь немножко приподнять и уголки глаз кверху увести. Потому что у нее глаза китайские. Так, теперь что? Височную часть поджать. Так, скулы, скулы, скулы. Скулы вытаскиваем еще вперед. Вот так надуваем. Ну вот, чуть-чуть опускаем челюсть. Подбородок выводим вперед. И подбородок у нее как бы закрученный сейчас будем делать. Так, это есть. Наметим теперь губу. Губа у нее идет ровная вверху. Так, тут уже клей опять же надо ставить. Вот так накидываем вот эту массу, чтобы вот такая штука получилась. И теперь флатеном под углом все это дело можно закруглять. Не бойтесь зацепить нос, он еще будет корректироваться. Так. Теперь получается уже без клея проходим верхнюю губу. И намечаем нижнюю. Все пока грубовато. Ну, сейчас все это будем подправлять. Так, теперь флаты нам.
что нужно сделать? Нужно вот эту губу под углом разгладить и сверху ей тоже вот такой придать вид. Смотрим сбоку, как все это дело выглядит. И корректируем теперь губу. Вот так вот задираем чуть-чуть. Так. Нос корректируем. И растягиваем нос еще побольше. Так. Вот эту верхнюю губу выравниваем, натягиваем кверху. Вот так вот. Ну а нижнюю губу чуть-чуть к низу. Делаем надрезы. И выглаживаем. Так, рот. Наверное, все-таки побольше надо. Ctrl-Z. Чуть-чуть его побольше сделаем. И вот эту губу тоже чуть-чуть повыше, а нижняя у нее потоньше идет. Но я сейчас флатеном вот здесь вот так вот можно доработать. Вот так как-то. Выравниваем подбородок. Так. И теперь на подбородок склеим драйвом, чуть-чуть поднакидаем вот это вот сам, короче, подбородок оформим. Так. Вот что-то в таком духе. И немножко, наверное, чуть-чуть нос приподнимем. Так, эту часть чуть-чуть тоже приподнять надо. И немножко еще увести. Так. Скулы теперь большие. Нужно все это дело чуть-чуть вот сюда вот к лицу сплюснуть. А вот эту часть чуть-чуть можно приподнять и все шифтом выгладить. Так, это есть такое дело. Все, выглажим. Женский тип лица, он должен быть полностью гладкий. Так, что еще? Ну, давайте наметим вот эту часть, да? Так, это у нас получается можно без клея драйвом наметить вот эту вот складку. Так, теперь что? Вот эти складки тоже чуть-чуть делаем побольше. Вот так вот. Чтобы вот эта дальняя часть у нас создала такой как бы угол, что ли. Так. Ну, а здесь вот эту часть чуть-чуть попрорежем. Вот так вот. Ну, в принципе, что-то похоже становится. Намечаем теперь нос. Отбивку делаем носа. И вот этой части тоже, где вот этот идет мягкая часть ноздрей. Так, теперь это все дело чуть-чуть нужно приподнять. Вот так. Как бы поднадуть. И сам нос чуть-чуть вот так вот. Ну, делаем не как, конечно, у, как его звали, Саладина. Гаспар. Так, есть такое дело. Смотрим теперь над глазами, как тут все устроено. Нам нужно прорезать теперь глаза. Вот так ровную полосу отбиваем. Делаем вот эту мягкую складку, поглубже ее уводим. Так, здесь вот так вот оформляем. И вот эту переносицу чуть-чуть тоже надрезаем. Так, смотрим, что получилось. Нос есть, изгиб есть, но вот
С глазами нужно поступить, наверное, вот так. Вот здесь вот чуть-чуть приподнять. И вот эти части, вот сам глаз, наверное, увести как бы поглубже. И вот так округлить вот эту часть боковую за счет того, что мы глаз уводим вдаль, вот эти части должны углубиться. Тогда у нас получается нос приподнимается. Вот таким вот образом делается изгиб. Складка есть. Верхняя вот эта вот дуга бровей есть. Ее еще можно чуть-чуть приподнять. Вывести как бы вперед. Вот уже нормальная штука получаться начинает. Так, что еще тут? Ну, чуть-чуть подбородок вниз. И вот эту часть, наверное, еще дальше и чуть-чуть округлить. Ну, как у женщин идет полукругом. Надрезаем вот эту часть от уха. Отбиваем, значит, челюсть. Вот эту часть. Так. И отбиваем черепушку. Вот эти все детали нам тут не понадобятся. Вминаем их как бы. Так, ну вот уже что-то. Но череп все равно большой. Это неправильно. Давайте его уменьшать. И вот он здесь сзади квадратный. Квадратный он не должен быть. Поэтому он будет весь вид портить из-за того, что неправильно у него вот здесь вот сзади форма. Так, эту часть мы приподнимаем. Пусть уши немножко топорщатся. Мы их всегда можем переделать и всегда подправить. Так, это есть такое дело. Так, что у нас тут? Теперь флаты нам нужно немножко вот тут поработать, вмять. Вот, и вот эту часть тоже лобную немножко подкорректировать. Так, оформляем вот этот глаз. Здесь у нее более так закруглено. Тоже делаем мягкий переход. Вот. Мягкий переход. Вот. Ну и вот здесь вот тоже вот это все дело нужно мягко так доработать. Так, ну вроде что-то этакое похожу, но вот немножко вот с этой частью, так, чтобы вот здесь перебора не было со скулой. Так, уменьшаем еще овал вот этой головы. Дальше сзади тоже вот эту мягче сделаем, дорабатываем. Слишком большой чайник, это плохо. Так, ну вот. Так, сверху еще немножко уменьшаем. Во, голова становится больше похожа по размеру для персонажа подходит. Вот, уже округлая становится. И вот здесь вот тоже дорабатываем. Вот так вот мягенько уводим. Так, тут что у нас с шеей? Шею можно немножко здесь поднадуть. И сейчас мы ее еще шею доработаем. Вот так как-то раз.
Ну вот. Так, что у нас тут с носом? Опять же, нужно походить тут флатеном. Вот так вот сделать ей переходы. О. Чуть-чуть делаем переход помягче. И уходим на глаз вот сюда. Вот так вот. Делаем вот здесь вот как скос такой. Так, здесь чуть-чуть поглажу. И нужно немножко вот эту часть тоже. Вниз как бы треугольником вот так вот сгладить. Вот так, а здесь вот чуть-чуть вот перекосом. Ну, что-то в таком духе, наверное. Так, есть такой вопрос. Ну и попробуем глаза сделать, да? Вообще-то глаза уже хорошо бы делать в ZBrush. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. А давайте попробуем здесь через Alt все вот так вот выбрать, чтобы потом здесь вставлять глаз. Так, что-то в таком духе. И немножко подрезочки добавим. И немного грабом выровняем вот эту вот часть. Так. Уведем глаз кверху, а эту часть еще к низу. Ну и попробуем, наверное, еще вот здесь вот дооформить вот эту часть. Выбираем драйв и добавляем тут вот этого объемчику. Вот так вот. Ну а теперь флатеном, опять же под углом. Ну вот что-то в таком духе. Теперь тут шифтом выглаживаем. И вот эту часть, вот эту. Подаем еще глубже, а эту чуть-чуть вперед. Вот так вот.
Так, вот здесь мне не нравится слишком острый переход. Ну, в принципе, что-то вот в таком духе. Так, что у нас тут со скулами? Нужно смотреть сверху, снизу, сбоку, со всех ракурсов. Так, и вот эту часть, наверное. Так, что тут получается? Делаем подрезку носа вот этих вот частей. Так, что еще тут? Переход вот этот тоже чуть-чуть наметим и сгладим. Так, флаттеном здесь все это дело выгладим. И посмотрим, докуда доходит у нее скула. Вот эту часть чуть-чуть уводим назад. Вот так как-то. Сверху получается вот такой вот вид. Чуть-чуть растянем губу. И вот эту губу чуть-чуть вперед. Раз она квадратная. Прямоугольная точнее. Так. Так, теперь добавим нижнюю губу. В принципе, я еще не придумал делать ее под кости, под анимацию. Или так, чисто просто модель в позе. Так, что еще тут есть? Угу. Так, и добавим вот этот переход от носа к губе. Так, и через Alt, наверное, чуть-чуть тут похимичим. Угу. Ну и немного, наверное, все-таки поднадуть.
Так, вот эти части тоже, наверное, немножко сделаем поменьше. И чуть-чуть, наверное, так вот помягче сделаем переход именно от бровей, и заднюю часть чуть-чуть вот эту приподнимем. Ну, тут уже в ZBrush поднакидать можно будет каких-то деталей, и пока не будет полностью глаз, уже персонажа полностью как бы увидеть не получится. Так, это значит вот так. Ну и снизу немножко дооформим, тоже флаттеном, вот так вот выгладим. Ну и сзади тоже. Сделаем мягче переход челюсти. Ну, вот такая вот болванка. Чуть-чуть, конечно, подглаживаем. Смотрим, что да как. И уже в ZBrush я буду ее дорабатывать, вставлять глаза, раскрашивать. Ну, может быть, еще тело найду какое-нибудь или сам сделаю. Так, и глаза чуть-чуть, наверное, отсюда подальше отведем. Вот так вот. И вот эту часть немножко вдавим. Так, ну вот эту часть немножко вперед, припухлость. Так, нижнюю губу немножко вглубь. И подбородок слишком четко выходит. Немножко его сделаем помягче переход вот так вот. И немножко поострее. Вот так. Ну и тут немножко на вот так вот поглаже сделать. Так, вот здесь еще выгладить. Вот так вот. Чтобы потом было удобнее ее дорабатывать. Так, вот здесь вот тоже помягче.
накидаем вот эту подушечку. Ну вот такая заготовка пока. Все, всем пока, до свидания.